Информации. Да, подробности. Ассаляму алейкум еще раз. Я только что вышел с центра по противодействию экстремизма, где был задержан Эмиль Курбединов, мой брат, друг, коллега. Сейчас все материалы были собраны в отношении него, были направлены в Киевский районный суд, и следом его должны отвезти туда. Я также сейчас направлюсь туда и вместе с коллегами, с общественными защитниками будем его защищать. Виновным в инкриминируемом административном правонарушении он себя не признает. Считает, что данные посты были еще сделаны в 2013 году. И поэтому считает себя невиновным. Остальное уже, я думаю, после суда, либо во время суда будем комментировать. А Саламу. Где он сейчас находится? Сейчас он находился в главном управлении МВД. Но сейчас, скорее всего, уже его везут в Киевский районный суд.